Прыгай давай, что ты? Сейчас все разрушишь. Что, в Екатеринбурге не поздним вечером на улице Учителей в тамошнем супермаркете накиданная в слюну дама, судя по ее базару, недавно откинувшаяся с кичи, учинила погром. Началось с того, что она попыталась украсть кошачий корм. Ее тормознул охранник. Она от него убежала по лестнице на второй этаж, оттуда перебралась на стеллаж с соками на первом этаже и устроила пенальти. Ты что делаешь? Пускай, пускай. Они будут платить. Они не пускали. Дама хоть и была в дровосятину, но показала себя женщиной информированной. О завтрашней большой пресс-конференции Владимира Путина она в курсах и готова задать вопрос президенту. А я могу Путину нажать ему срок. Прокуратуру. Как принимает осужденных. Завершилось это сочное шоу красивым прыжком веселой отсидевшей женщины прямо в туалетную бумагу. Вот пьяная-пьяная, а выбрала площадку для приземления помягче, четырехслойную. Прыгай давай, что ты? Сейчас все разрушишь. Что, слабо, что ли? По итогам выступлений, нашвыренную полочную эквилибристку забрали полицейские в третий пионерский ОП и, как сообщили в УМВД Екатеринбурга, даму привлекли по административке за мелкое хулиганство. Ну а мы на пасашок давайте еще раз насладимся этим роскошным полетом дамы, словившей белку летягу. Прыгай давай, что ты? Сейчас все разрушишь. Что, слабо, что ли?